находясь на в экране избранных товаров, мы можем также поработать со списком. Они также и товары разбиты по категориям. Заходим, но уже тут, видите, стоит одна цифра, которая символизирует наличие товаров, количество товаров в каждой категории. Заходим, допустим, заходим, например, в овощи. И тут, смотрите, там была главная опция в списке покупок выделять и товары как купленные. Тут главная опция добавлять или удалять товар из списка покупок, то есть который мы в прошлый раз рассматривали. Как вы видите, все товары добавлены в список покупок. Для того, чтобы удалить товар с фикла из списка покупок, мы кликаем вот по перечеркнутой корзине, и товар убирается в список покупок, иконка меняется. Для того, чтобы добавить, аналогичное действие, только другой результат. Ну, естественно, информация обновляется. Также тут имеется, видите, дополнительная панель с опциями. Кликаем. Тут первая кнопка, сейчас мы кликнем, это кнопка добавления или удаления из шаблонов, с которых формируется, также можно сформировать список покупок. Мы уже его рассматривали, просто, допустим, для добавления кликаем по дискете, выбираем второй шаблон, допустим, да, и в итоге товар отправляется во второй шаблон, либо можно его удалить. Тоже аналогично все. Можно также редактировать. Тут просто название без количества. Ввели название, название поменялось, если удаляем, название прежнее становится. И ну, тут кнопка редактирования. И также можно удалить отсюда продукт.